В этом видео мы рассмотрим возможности получения бизнес-визы в США. Меня зовут Вадим Вильде, и я приветствую вас на канале компании International Expert. Ходатайствовать о получении бизнес-визы в США может любое лицо, которое планирует посетить Соединенные Штаты Америки для решения имущественных вопросов, например, продажи своей недвижимости в этой стране. Также целью поездки могут быть запланированные переговоры с бизнес-партнерами или решение каких-либо важных деловых вопросов. Бизнес-визу может получить участник конференции, семинара, либо другого мероприятия деловой или профессиональной тематики, которая проводится на территории Соединенных Штатов Америки. О бизнес-визе можно ходатайствовать даже в том случае, если у вас еще нет открытого бизнеса в США и вы планируете ознакомительную поездку для определения возможностей партнерства, развития технологий или заключения соответствующих договоренностей. Личные помощники, обслуживающий персонал, секретари и члены экипажа также могут получить бизнес-визу для выполнения своей работы на территории Соединенных Штатов Америки. При подаче заявки на бизнес-визу вам необходимо заполнить анкету и в дальнейшем пройти собеседование. Как правило, основные трудности с выдачей бизнес-визы могут возникнуть из-за допущенных ошибок в анкете или неуспешно пройденного собеседования. Поскольку бизнес-виза выдается строго для деловых и профессиональных целей, то на собеседовании тщательно проверяются намерения ходатайствующего на визу лица. Во время собеседования вас могут попросить рассказать о деловом мероприятии, на которое вы едете, поделиться планом своей поездки, где и в какое время вы будете находиться и чем вы планируете заниматься в это время. Для подачи заявки на визу вам нужен паспорт, действующий как минимум 6 месяцев после окончания поездки. Также необходимы актуальные фото для визы, подтверждение успешно зарегистрированной визовой анкеты, выписка с вашего расчетного счета за последние полгода, авиабилеты в оба направления и подтверждение бронирования отеля или апартаментов, в которых вы разместитесь на протяжении всей поездки. Приглашающая вас организация должна оформить вам приглашение, которое является удостоверением вашей цели деловой поездки в США. Ходатайствуя о бизнес-визе, вам необходимо предоставить информацию о своем постоянном месте жительства, месте работы, семейном положении и наличии детей. Поскольку такая привязка к родине является весомым аргументом вашего возвращения домой по окончанию действия бизнес-визы. Главное отличие бизнес-визы B1, B2 и бизнес-иммиграции состоит в том, что виза предусмотрена для краткосрочной поездки с бизнес-целью, а бизнес-иммиграция предусматривает переезд в США на продолжительное время для развития своего бизнеса. Выбирать подходящий для вас вариант следует на основании ваших возможностей, рабочей специальности и желаемой продолжительности пребывания в Соединенных Штатах Америки. Отмечу, что статус резидента или гражданина ЕС существенно ускоряет и упрощает выдачу виз в США. Кроме этого, ВНЖ или паспорт некоторых стран Европейского Союза позволяет посещать США по программе Visa Waiver Program безвизово. С International Expert вы гарантированно сможете оформить ВНЖ, ПМЖ или гражданство Евросоюза. Чтобы детально ознакомиться с идеальным вариантом вашей иммиграции, рекомендую получить консультацию у миграционного специалиста компании International Expert. Если у вас остались вопросы, оставляйте их в комментариях, и я лично отвечу на каждый из них. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. До новых встреч!